Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, сегодня будем, да, ребят, сегодня будем открывать нового персонажа. Так, но сначала я закончу дела здесь. Так, здесь у нас, ага, забираем. Так, тут у нас 6860, да? А кто мне нужен, а? Кто мне нужен, друзья мои? А нужен мне вот этот чувачок. Давай-ка я обновлю и докуплю уже полностью, ребят. Ну как полностью? Еще сотка нужна будет, но тем не менее уже всего лишь сотка. Так, и здесь, да, 750 получается. Давай тратить 750. Ну и хрен с ним, пускай на мерзость тоже, ребят, потратим. Так, по сферам. Сферы я трогать не буду. Зайдем сюда и глянем, что у нас тут. А у нас тут ничегошеньки хорошего нету. Так, дубликат, дубликат. Так, повышаем. Ну, я думаю, ребят, вы уже увидели, да, что сегодня мы с вами открываем лешего. А вот такой вот он. Древняя и могущественная природная сила. Кому ведом страх, того сожжет леший. Вербуем, конечно же, друзья мои. Буквально сегодня я на него накопил. Шикарно. Значит, у него есть болотный удар и спутывающий удар. Это мы, ребят, потом глянем все. Так, с Агата Харкнесс. Подожди-ка. А, новый ранг. О, так она же мне... Да-да-да, до первого алмаза, ребят, прокачивается. Ой, вообще шикарно. Хм. До первого алмаза. Так я могу ее сейчас в сотку бомбануть. Конечно, в легкую причем, ребят. Сколько у нее там? 745 силы, нифига себе. Она переплюнула даже пустельгу. Вы серьезно? 745. О, это жесть. Блин, а знаешь, кого я еще хотел? У меня очень сильно, ребята, проседает Алая Ведьма. Очень сильно. Она прям, ну, самая такая отставшая у меня из всех. Из всей этой книги тьмы. Вот сейчас я ее немножко прокачал. Давай, наверное, здесь тоже. Хотя, не обязательно, друзья мои, Вэл прокачивать. Мне вот почему-то просто захотелось. А она, да... Так, погоди-ка, а тут-то что такое? Что это за непорядок такой? 95 уровень, давайте, пожалуйста, мне. Моргана Ле Фей. Фух. Так. Я смотрю, тут что-то... Ну, ладно. Альтрон пока пускай посидит на месте. Никуда он не денется. Значит так, мне нужно Стрэнджа до сотки качнуть и Моргану. Единственное, что... Подожди-ка, 18-я категория. А, мне нужен зверь 18-й категории, а он 17-й. Так, а нужно тут... Да хрена чего. Это экспериментальная доработанная формула. Блин, да я ее замучаюсь искать, если честно. Я ее просто заколебаюсь искать. Так, ну что у нас тут? Содержит для бластеров. Ну давай для бластеров. Давай для бластеров. Так, и зелень, да? И зелень. Так, ребята, зелень, а здесь... Здесь мы можем получить осколки. Так, отлично. 6 осколков уже нужных нашли. Так, здесь, по-моему, все у нас прокачано. По-моему, ребят. Хотя насчет Айса я не уверен. Так, здесь алый паук, по-моему, у нас не докачан. Здесь докачаны все. Здесь красный череп.
Да, получается, что только лишь красный череп нам понадобился. Остальные, в принципе, все есть. Такс. Ежедневки заберем. Я имел, ребята, неосторожность. Здесь, короче, намудрил фигню какую-то. Решил залезть, ну, в магазин. Я думаю, что все, наверное, знают, да? Это вот, когда ты заходишь на почту, вот, в сообщество, отведи меня, и он тебя перекидывает в игровой магазин. У меня вначале был неправильный пароль какой-то, неправильный адрес. Я поменял адрес, и, короче, теперь фигня получается, что меня выкидывают на начало игры. Потом мне приходится ее закрывать, запускать заново, после этого подключаться к Фейсбуку через VPN загружать. Ой, там, короче, канитель такая, блин. Я думал, что я все, профукал аккаунт этот. Но через такие вот манипуляции вроде бы пока еще могу заходить и играть. Так, ну что, здесь я забрал все. Что же у нас еще тогда получается? Так, арена, это все понятно. Здесь я ничего не хочу. Что там у нас по налетам? 22, это что у нас? Ну, здесь, естественно, я на мистиков все скидываю, потому что мы хотим, точнее, не мы, а я хочу прокачать книгу тьмы по полной программе, поэтому все скидываю именно в мистиков. Так, а здесь... Понятно, базовое снаряжение, но... Все как обычно. И бирюзовые. Так, замечательно. А, тут. Получи до 180 осколков лешего. Ну, дали всего 12. Дали всего 12. Но, тем не менее, ребята, это тоже неплохо. Редко, когда выпадает сотка. Мне, например, выпало 200. Поэтому я сегодня его открыть и смог. Потому что 200 осколков выпало. Такс, подожди, тут еще один у нас. Сюда. Так, это все сплавляем. И здесь тоже, получается, сплавляем. Так, вроде бы с этим совсем разобрались. Так, ежедневки, подожди, вначале мы еще припасы купим. Так, стоит ли... Ох ты, ох ты, ох ты, 139 тысяч, серьезно? Открыв... А, подожди, а что там... Тут 14 тысяч, а тут их получается 139 тысяч. Ну, тогда тратим сюда. Куда еще можно забомбить? Наверное, вот сюда можно еще втюхать чуть-чуть. И сюда. Особо шинковать, конечно, шиковать не хочется. Да и денег, блин, маловато. Так, по припасам. 500. 500. Кредитов. Ну что, опустошитель. Так, подожди секундочку. А у нас... У нас получается, что... Сейчас, секунду. Раз. Два. По-моему, все, да? Здесь мы сделали... Так, у меня же получается тогда электро тоже прокачаться должна. Сейчас гляну, ребят. Блин, у меня еще и лунный рыцарь получает новый ранг. 13-я категория. Подожди, и получается тогда, или я... Блин, еще и ртуть. Еще и ртуть, и... Да, ребята, лед у нас недокачанный. Ёк-макарёк, это чё это таскмастер, блин? Блин, лешему новый ранг поднять.
что делать-то? Да, с финансами все очень, ребят, хреново у меня. Чащобная напасть и страж Нексуса. Кстати, нового персонажа, ребята, Кнел. Я, насколько могу понимать, это какой-то вампир. Кнел, известный как Лорд Бездны и Бог Симбиотов, хочет использовать свою невероятную силу, чтобы погрузить всю вселенную в царство тьмы. Оказывается, это Бог Симбиотов, ё-моё. Наверное, жесткий будет типок. Что-то мне так кажется. Ну, клятву я уже посмотрел. Алая ведьма зомби. У нас тоже новый персонаж. Ну, а остальных вроде бы всех мы видели. Так, ну что, там сделали, это сделали. Теперь надо забрать ежедневки. Заберем ежедневки. Но, конечно, Агата Харкнесс меня прям удивила. Она переплюнула всех. Это жестко. Просто переплюнула всех. Так, давай здесь заберем. Подарочек. Забираем награду. Так, сразиться в рейдах. Что нам там? Сразиться в рейдах. Ну, пойдем в рейдах сыграем. Там два поединка, по-моему, да, в обязаловку. У меня энергия-то хоть есть, накопилась. Ну, как раз тут есть две. Давай попробуем сейчас быстренько. Быстренько пробежать. Через симуляцию, естественно, ребят. Другого, как говорится, нам не надо. И сюда. Так, что там, ночной набег? Ночной набег немножко надо, да? Но все равно там придется, друзья, долго ждать, пока мы накопим. Так, ноктюрн. Ну, здесь все. Пойдем теперь в этот. Сюда. Тут три энергии, да, у нас? Ну, 3-4, но это на три поединка получается, ребят. На три поединка, поэтому сразу же, как говорится, без разговоров вступаем в битву. Так, что-то мне не нравится, как мой черный рыцарь себя не очень хорошо чувствует здесь. Так, ну тут мы уберем вот этого, поставим вот так. И, наверное, вот так. Можно было бы, конечно, полностью всю команду Пегаса взять. Но они и так справятся. Так, последний у нас поединок здесь. Здесь вот это убираем. Да, Агатушка. Ну ты, конечно, мощна. Так, ну что, получается, что задание я, в принципе, сделал. Я могу, конечно, здесь продолжить за... Но стоит ли? Я думаю, что нафиг не стоит, ребят. Тратить кредиты — такое себе. Почему здесь я не могу понять? Награды я не вижу. Какую награду я не получил, черт возьми? Так, здесь забрали участвовать в рейдах. Блин, тут еще три надо. Трать энергию компании, трать энергию Иза. Блин, в рейдах. Не хочу тратиться. Ребят, скоро будет вот мир битв. Это какой-то новый режим. Они собираются вводить в игру. Я пока, честно говоря, не знаю, чего там ожидать.
Ну, я думаю, что-то интересное будет и новенькое. Так, здесь забрали. В событиях. Автопобеда, автопобеда. Вот здесь, ребят, я не могу пройти. Блин, мне не хватает алой ведьмы зомби. Вот была бы она, было бы нормально. Что-то тут враг, конечно, лютует по-жесткому. Поэтому я сделаю, наверное, вот так все-таки. Я сделаю так. И... Ну, тут тоже, ребята, враг. Хотя... Ночные сталкеры. Блин, все равно ведь завалят. Вот, друзья мои, вот сейчас увидите, там, блин, эти автоматчики, они меня просто к чертовой матери снесут. Что бы я там ни делал, мне ничего не поможет. А хочется пройти, понимаешь? Хочется пройти и получить награду. Но это вряд ли получится. Так, ну давай ты там уже прогружайся. Ну, поехали. Кого тут задержим? Давай этого, наверное, попробуем. Они лешего, ребята, просто смели. Просто смели его, лешего этого. Да. А еще 41 противник, ребята, будет. Да на тебе, гаденыш. Лешего просто как будто здесь и не было. Смели с одного удара, ребят. Так, погоди-ка, погоди-ка. А, у провокацию поставил, да? Блин, теперь еще и этот провокацию поставил. Подожди, вот это что означает? Они сейчас сметут мне. Ну, вначале сейчас с этими разберутся, а потом, естественно. Жестит, жестит. Пипец. Ну и как вот тут проходить, а? Я ума не приложу. По 33 удара делают, блин. Да посмотри. Твари. Ушатали все, ребята. Ушатали его, блин. Да. Сейчас этого грохнут, и вся эта... Ну, естественно, да, против... По 33 раза ходят, блин. Ну и как тут, извини, меня с ними драться? Ну, чушь полная, ребят. Пипец, просто гасят ее. Просто не дают даже вообще ничего сделать, смотри. Это нас не спасет. Это нас просто не спасет. Они сейчас, ребята, сняли уже блок. Это хрень полная. Ну согласись, хрень, ребят. Ведь ходят, блин, без остановки. Просто без остановки. Один персонаж по 33 раза ходит, блин.
А мой всего лишь делает одно движение. Нормально. Причем вот этих вот, которых тебе дают в помощь, они не прокачаны, ребята. Их дают не прокачанными. Я должен с ними как-то еще здесь выпендриваться. Херню полную делают какую-то. Так, смотрю, у нас тут на гамбита есть еще прокачать. Ну, давай поставим. Так уж и быть. Угу. Фиолочка. Ну что я тут? Я только так могу, ребят, сделать и все. Потому что, ну, это хрень полная, блин. Что они там предлагают? Сопротивление там бесполезно. Кстати, подожди, а у меня же, по-моему, где-то... Подожди, я разве... Сейчас, подожди секундочку. Подожди, у меня же, по-моему, есть задание, где я должен именно с лешим, чтобы леший присутствовал. Погоди, погоди, где это происходит? Где это у нас должно? Это, по-моему, у нас в событиях, да? Это у нас в событиях. По-моему, здесь. Или здесь. Черт, я не помню, ребят. Или оно закончилось? А, сражать... Подожди, сражать в рядах, это не то. Замес с лешим. Так, омега. Омега. Что у нас там еще остается? Немрод 12, ДНК. И Агата Харкнесс 20. И последнее это у нас... Понятно. А где же тогда, блин, это задание-то, а? А вот, друзья мои, я и не помню. Вот это что ли? Блейд охотится во тьме. Ну вот же, вот здесь же было, по-моему, разве нет? За, так, сражающийся в рейдах Хуркис. Да это понятно, что за... Фрагменты сфер Блейд можно получить в событиях акции. Короче, ребят, я не помню. Было задание на Блейда. Наверное, они завершились. Вот этап завершен, завершен, завершен. Вот здесь, по-моему, да, в ночном налете. Вот я дошел. Да куда я дошел? До 12 этапа. Могу, конечно, ошибиться. Могу ошибиться. Одиночная, альянс. Там тоже было одиночное, ребят. Сражайтесь в рейдах. Серия. Одиночная. Так, одиночная, 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 одиночная. Одиночная. Сражайтесь в налетах, а получай очки... За ежедневные цели. Сражайтесь в налетах. Ну я же сражался в налетах. Вы мне, кстати, почему-то они не начисляли очки, между прочим, за налеты.
Там нужна была команда сталкеров. В команду сталкеров входит Леший. Так, сейчас, подожди, как она там? Сталкеры, да? Или, нет, команда. На К надо искать. Команда сталкеров. О, П. С. Подожди, команда. ОПРС. Подожди. Так, книга тьмы. Космос, коллективный разум. А как же тогда? Но это не наемники за деньги, это идут. А, вот, ночные сталкеры, друзья мои, ночные сталкеры. Это идут ночные сталкеры, получается, да? Вот я вижу воин мира и все. А почему дальше-то не этот? Не... Ой, ё-моё, сейчас разнесут здесь. Эта команда разнесет меня. Дальнейшая-то прибавка не идет. Вот только воин мира и все. Почему? Странно. По идее, должны давать очки. Но они мне их не дают. Видишь? Сражайтесь в налетах. И получать очки за ежедневные цели. Вчера нормально делал, все зарабатывал. Сегодня нет. С чем связано, я ума не приложу. Сражайтесь в рейдах. Ну, это понятно, это клятва в рейдах. Так, тут одиночный, это альянс, ночной налет. Участвуйтесь в событиях в октябрьских. В общем, непонятно, ребят. В чем прикол? Значит, действительно, этот он закончился, потому что, ребят, я не вижу здесь вот клятва и блейд плюс этот. Они были, видишь, этапы завершены. Все, значит, все-таки закончились. Так, ну если они закончились, блин, как... Вот, вот оно, блин, нашел. Так-с, что здесь? Миссия недоступна. Здесь... Так, Блейд, Клятва, Леший, понятно. Здесь что? Можно мне... Пустят меня. Убираем Капитана Америку сюда. Ставим так... Даже, наверное, лучше сделаем вот так. И вот так. Поехали. Нашел, наконец-то. Искал, искал, блин, нашел. Такая, да, безобразная-то Агатушка. Кто же ее превратил в зомби-то? Как всегда, это смерть. Ну, не смерть, а... Так, что у нас тут? Тихо, 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 родные. Разбуянились. Так, давай, наверное, мы... А, этот уже... На тебе. А, так они... Все, понятно, они ватники, ребят. Они даже лешего мне не покалечили. Ну, там чуть-чуть отняли здоровье. То есть сосунки. Ну, награды тоже такие себе, если честно.
Но, в принципе, эту линейку можно пройти, ребят. Эту линейку можно пробежать. Так, в бой. Ну, 2 миллиона кредитов вот этих, это хорошо, конечно. То есть, грубо говоря, мы на халяву. Тем более, всего лишь два этапа. А Блейда нет, ребята, Блейда я так не получил. Ни Блейда, ни клятву. Как у меня все через задницу получается. Когда был Робо-Страж Омега, я получил Немрода быстрее, чем всех остальных ребят. То есть я не получил Робо-Стража, я не получил Омегу. Зато у меня уже появился Немрод. Здесь то же самое, ребята. Блейда нету, клятвы нету. Зато уже Леший в коллекции. Все, Лешего отдуплили, ребят. Леший здесь, конечно, подкачал. Но здесь видим противник. Да нет, такой же ватный. Такой же ватный. Ну, просто не свезло, так скажем. Ну, 110 пепла. В принципе, нормально. Причем пепел какой-то фиолетовый. Даже не бордовый. Так. Ага, необходимые персонажи. Леший. А какого лешего там нужно? А, с 5 звездами, ребят. То есть не дали мне, да? Не дали мне допройти. Леший с 5 звездами нужен, друзья. Ну, здесь понятно, здесь нужна клятва. У меня ее нету. А на первом событии нужен Блейд. А на последнем нужны они все. Да. К сожалению, пока как-то так. Жаль, конечно. Но здесь я ничего поделать, к сожалению, не могу, ребята. Но разбомбим? Да я думаю, разбомбим, конечно, ребят. Что тут их валить-то со сумков этих? Тем более у нас Агата Харкнесс мощная сейчас девочка. Один удар, один труп, что ли, да? По этому принципу играем. Так, надо вон этот. А, не могу. А вот сейчас сможем. Просто снесла их всех и все. Изи. Просто, ребят, на изи разобрали. 285-я позиция. 285-я. Максимально до куда я добирался, это 240-я. 242-я, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Выше никак не подняться. Ну, вот этих могу, в принципе, разобрать на изи. Там уже по мощам все видно. То есть практически даже никакого сопротивления не будет. Там то, что там пустельга 200, это на самом деле мелочи. Единственное, что она мне не дает призыв сделать, но у меня и нету призывов. Так что по этому поводу можно даже и не переживать. Так, ну давай.
Ну-ка, пустельгу. На. По красоте, ребят. Ну и крышка. Ну согласись, мы разобрали просто как сосунков. Но там и 500 тысяч мощей всего лишь было, ребят, у команды. 500 тысяч мощей против моих скольки там. Хрен его знает, там у меня 2 ляма 343. Само собой, ты их разнесешь, как сосунков. Так. Вот этих можно попробовать. А, тут паучиха, не хочу. Вот этих можно, ребят. 2 ляма 200. Ну, слушай, 2 ляма 200. Давай попробуем. Давай попробуем, может, что выгорит. Может, как-то получится наказать. Хотя я не особо уверен в этом, но, тем не менее, можно рискнуть. Джиггернаут, зомби, да? Так, ну с кого начать здесь? Ну, Халк, как всегда, ребят, возьмет провокацию, 100%. Поэтому мы, наверное, сделаем вот так с тобой. О, не повезло ребятам. Да. Да, книга тьмы все-таки, ребят, рулит, как ни крути. То есть 263-я позиция. Ну давай попробуем еще, не знаю, 20 позиций, может быть, возьмем как-нибудь. Так, 1 800 000. О, вообще лямчик, ребят. Что? Что? Кто там что сражается уже? Ну, давай вот этих возьмем. Посмотрим, на что. Хотя, на самом деле, эта команда довольно непростая и не сказать, чтобы слабая. Кейдж, да, Кейдж там все путает. Но вот остальные, особенно Хан, каратист этот, и дракон, блин, там еще и это же, блин, ладно. Так, тут главное задебафить. Они лишились лекаря. Это уже хорошо. О, все, им крышка. Это больно, больно мощный удар, ребята. Для них они не выдержали такого натиска. Такого натиска они не выдержат. О, ребята, 235-я позиция. Это уже, как говорится, мое место. Но буквально пару часов, и тебя опять, ребята, скинут. Мне дальше нет смысла идти, потому что за последний вот этот вот бой мне ничего не дадут. Только за этот я смогу забрать, за 4. Давай, 6 наград моих. Я их заберу. Вот так вот. Так, ну что там, 5 на Джиггернаут зомби. Это неделя Джиггернаут зомби, я так понимаю, да? Ну, 130 ясен перец, ребят, я не смогу здесь набрать. Даже если я это событие полностью пройду. То есть ни в какую не получится. Так, ну что, я, наверное, доберу здесь все остальное. Так, 1400, что такое у нас тут? Биомистики. Так, отлично. И еще 31.
Так, и последнее, да? Просто беру катализаторы обычно. Так, тут у нас выходит вот это вот. Ну, 5000 у меня нет, поэтому... Хотя я могу здесь что-нибудь приобрести. А, нет. Тут за 5000 штук оптималка мне. Так, ну здесь понятно. Это выберем со скотча. Тут я возьму сферы. Давай. Так, прекрасно. Здесь. Ну, здесь есть только обновить через обновление. Блин, ртуть. Обновил. Только зря получается. Здесь делаем так. Ничего хорошего, короче, не дали. Но... И здесь кристаллы. Содержит кристаллы ИЗО. Так, забрал. Здесь тоже забрал. Все, ребят, по-моему. Все, что я смог, сегодня я... Ну, не то чтобы сделал. Я попытался сделать. Конечно, много чего тут еще, ребят, не доделал. Но сейчас уже никак не получится этого сделать. Вот в рейдах мне 3 рейда нужно. ИЗО, потому что энергии элементарно нету. Я бы и... Ох ты, ох ты, ох ты. Фига себе, му... Нифига себе. Агатушка, ты не припухла? Кстати, у нас лям. А это говорит о чем? О том, что мы можем с тобой... Оп, улучшить. До 16 категории. Так, нам надо прокачать, кто недокачанный. А недокачанный у нас, например, ртуть. Нормально. Так, ну что, это последняя категория, ребята. До 300 уровня прокачиваем. Это будет по фулке у нас получается. И кто еще там у нас? Так, Таскмастер, да? Хотя такой себе персонаж на самом деле, этот Таскмастер. Подожди. Погоди-ка секундочку, Таскмастер, а этот разве у нас прокачался? Сейчас, я, наверное, что-то пропустил, ребят. По-моему, 3 персонажа должно было быть на прокачку. Или я опять что-то попутал? Сейчас, секунду. А, Лунный Рыцарь. Блин, Лунный Рыцарь сюда не входит. Я думал, что он остался, а нифига. Вообще непонятно, с кем, ребята, он в команде этот Арис. Пфф. Сам по себе, блин. Хм. Интересно. Сто девяносто пять, и здесь 195. Ха. И у меня не хватает, естественно, на это все финансов. Ну да. Ну, неплохо. Все равно, ребят, неплохо, я считаю. Так, ну что, друзья мои. Я думаю, что, наверное, мы будем сейчас закругляться. Потому что уже элементарно здесь мне делать нечего. Так, подожди-ка, осколки-то, осколки. Ну, давай, вижн.
Это, считай, один из первых персонажей, который появляется в игре. И он до сих пор, ребята, у меня не прокачан по фулке. Смех на самом деле. На самом деле это очень смешно. Так, ну давай лед тогда уж. Там осталось-то ему 90 этих найти. 90, там по 4 находим. 90. Так, груд. Ну, чтобы уже, ребят, все, как говорится. Наверное, не буду я тратить. А чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Давай сделаем так. Так. И вот так. То есть задание выполнил. 100 кредитов получил. Кошмарное время. Блин, а награда следующая хороша, ребята. Это костюм мистера рыцаря. Вот так вот он будет выглядеть. Ну, конечно, лучше, конечно, когда он в костюме лунного рыцаря там. И у Агаты Харкнесса прикольная вот эта вот. Это, видимо, она в молодости до того, как стала ведьмой. Да, прикольно было бы получить его. Так, подожди, охотница на монстров. Ух ты. Надень-ка ты этот костюмчик. Это лучше, чем здесь. Вот так вот выглядит. Так, а какой у меня еще костюм тогда получается здесь? Навижно у меня костюм есть. Серьезно, что ли? 50-е? Ну, давай наденем. Такой, знаешь, черно-белый негатив какой-то. Подожди, у меня на алую ведьму? Воу. Давай оставим. Слушай, ну нормально так. Вот, два костюма хотелось бы еще получить. Это на Агату и на лунного рыцаря. И, в принципе, все. Ну что, дорогие друзья, на сегодня тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.